Всем привет! Это новости из Турции. Рейс из Стамбула совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти пассажира. Авиалайнер компании «Азимут» совершил вынужденную посадку в Сочи из-за плохого самочувствия 64-летней женщины. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Сочи. Инцидент произошел в субботу, 16 июля. Самолет направлялся из Стамбула в Минеральные воды. Находясь еще в воздухе, пилоты вызвали бригаду медицинского персонала. Однако, когда самолет успешно приземлился, врачи констатировали смерть пассажирки. Известно, что женщина была инвалидом и летела из Стамбула без сопровождения. Тело погибшей забрали уполномоченные службы. А прежде чем приступить к следующей новости, хотелось бы сказать пару слов. Друзья, лучшая поддержка для меня – это ваша подписка на мой канал. Просто возьмите и подпишитесь. Вам это сделать несложно, а для меня это огромная мотивация. А также авансом поставите лайк этому видео. Заранее вам спасибо. Турецкие метеорологи рассказали о том, что в Турцию надвигается аномальная жара. Именно та жара, что сейчас накрыла Европу. Сейчас и угрожает Турции. Самый разгар этой жары придется на 23 июля. Также метеорологи заявляют, что возможно придется ввести красный уровень погодной опасности. Аномальная жара с Балканского полуострова перекинется на Турцию. При этом, по словам метеорологов, в некоторых регионах страны похолодает из-за усиления ветра и пришедших проливных дождей. Также в ряде районов Турции уже действуют режимы чрезвычайной пожарной опасности. Так, например, в городе Измир администрация призвала людей быть бдительными и не допускать природных пожаров. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!